Брест сейчас в центре внимания. Тысячи гостей, десятки делегаций. Такой ажиотаж объясним. Почтить память павших защитников и провести время на героической земле в такой день считают своим долгом многие. Не исключением стали и члены делегации Исполнительного комитета СНГ и Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества. Они посетили сердце областного центра, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим солдатам и возложить цветы к вечному огню. Отдавая дань памяти тем, кто похоронен здесь, мы думаем о будущем. А будущее, и прошлое, и будущее обязывают нас быть вместе. Мне приятно, что это понимание присутствует и у граждан стран СНГ. Именно поэтому Содружество независимых государств, отмечающих в этом году 30-летие, продолжает жить, развиваться, существовать. И недавние встречи на высшем уровне и глав государств наших стран, и глав правительств наших стран, министров иностранных дел, которые встречаются чаще, подтверждают, что ни у кого нет и мысли о том, чтобы развалить наше Содружество. Есть только одна мысль – совершенствовать его деятельность, сделать все для того, чтобы Содружество стало просто жизненной необходимостью для наших стран, чтобы оно приносило пользу, выгоду, чтобы оно обеспечивало безопасность наших стран. И мы очень надеемся, что так оно и будет. На встрече, которая состоялась в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, подвели итоги заседания Совета глав представительств СНГ, которое проходило 28 мая в Минске. Наметили задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Всего на заседании было принято порядка 11 документов. И если говорить о документах, которые наиболее важные для граждан, возможно, и наиболее звучные, это среднесрочный план совместных действий по противодействию инфекционным заболеваниям и соглашение о сотрудничестве в сфере санитарной охраны территории государств Содружества. Мы уже давно выстраиваем единую региональную систему защиты от инфекционных заболеваний, и надеемся, что она будет работать все более уверенно и продуктивно. Члены Совета постпредов приняли участие во всех запланированных мероприятиях. После памятной ночи прошла встреча с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейком. В ходе заседания состоялся дружественный, откровенный и конструктивный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес. Я рад вас приветствовать на Брестской земле. То, что многие уже я знаком в лицо, знаю, понимаю, кто и откуда люди, то, что сегодня Брещину посещают, то, что сегодня Брещина у нас не только экономический регион с хорошо развитым, так сказать, конечно, в первую очередь сельскохозяйственным производством. Мы сегодня достигли уже 20% сельхозпроизводства в республике в удельном весе. Мы являемся одним из таких показателей высоких экспорта мясо-молочной продукции, естественно. И у нас очень развита и абсолютно динамично развивается свободная экономическая зона. Члены делегации сердечно поблагодарили губернатора области за гостеприимство и прекрасную организацию митинга «Реквиема», посвященному началу Великой Отечественной войны.